Об этом сообщила пресс-служба Российского центра подготовки космонавтов. Сообщается также, что она ушла из жизни после тяжелой болезни. Валентина Ивановна Гагарина до замужества Горячева родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Была младшей из шестерых детей в семье. Окончила Оренбургское медицинское училище. В октябре 1957 года вышла замуж за летчика Юрия Гагарина, который через 3,5 года совершил первый в мире космический полет. В их семье родились две дочери, Елена и Галина. В Оренбурге первое время семья Гагариных жила по адресу улица Чичирина, 35. Там находится мемориальный музей-квартира Гагариных, который Валентина Гагарина посещала в 2002 году. В 1981 году издала книгу воспоминаний «108 минут и вся жизнь». Награждена орденом Ленина. Последние годы жила в Подмосковье, в Звездном городке. Соболезнования по поводу кончины Валентины Гагариной выразил президент России Владимир Путин, а также губернатор области Денис Паслер.